Алло? Алло, привет. Ты где? Слушай, я сегодня задержусь после работы. Опять, что ли? Ну да. Понятно. И, кстати, а откуда цветы у нас дома? Я тебе потом объясню. Слушай, дорогой, опять на работе задержали все эти проверки. Прости меня, пожалуйста. Алена Сергеевна, у вас в этой жизни есть все. Деньги, работа, любовь и даже помада дорогой цены. Эта помада? Да это прошлогодняя коллекция. Ее давно пора выкинуть. Хорошо, я выкину, когда мусор буду выносить. Слушай, мне тут на день рождения родители машину подарили. Но это же прошлый век. Я тебе сейчас фотку скину. Как я на ней ездить буду? Привет, Алё, это тебе. Вот это мне? Вот этот жалкий цветок? Ты мне постоянно такую фигню даришь. А ты постоянно недовольна. И вообще, ты бываешь счастлива? Стой. Это тебе. Алена Сергеевна, посмотрите, какой красивый цветок. Он хоть и простой, но в этом и есть его красота. О, привет! Это Алена, моя сестра. А это Андрей. Привет. А ты не говорила, что у тебя сестра есть? Все ясно. Наташа, да погоди. Довольна? Чем? Как чем? Ты же сама просила его проверить. Да я надеялась, что хотя бы этот будет нормальный. Алён, ты чего? Так а он что тебе ответил? Да он ничего не сказал. Но он скинул мне фотки своего. Час настал. Кунилингус пипетринус, кунилингус пипетринус, кунилингус пипетринус. Мы вызываем тебя. Через 7 минут приедет. Ну вот, а ты говорила, что в наш район так поздно такси не вызвать. Ну что, ну где? Мада, вот что. Вызывали? Да ты не понимаешь. Он сказал, что уволит меня, если я не буду работать в выходные. Ты не должна плакать из-за такой ерунды. Разберемся. Картошку-то чистить. Одна всего осталась. Ну так правильно. А кто в пятерочку должен был сходить? Выпьем за любовь. Как блестят сейчас твои глаза. Выпьем за любовь.
Lamborghini chain. Rest in peace to my superior. Hermes Linker feed a village in Liberia. TMZ taking pictures causing my hysteria. Mama see me on. Я что, его сбила? И что нам за это будет? Мне кажется, меня посадят в тюрьму. О! Давай избавимся от него. Тащим его на обочину. Тем более здесь никого нет. И нас никто не видел. Нет, я так не могу. Я звоню в скорую. Ну, тогда без меня. Доктор сказал, ты идешь на поправку. Да. Скоро совсем на ноги стану. Спасибо, что была рядом. Василина? Что случилось? Я попала в аварию. Я смотрела в телефон, и моя машина врезалась в дерево. Я нереально люблю его. И он стал для меня буквально всем за такое короткое время. Ну давай посмотрим, что за парень. Мам, сейчас ты его увидишь. Вов, нам надо поговорить. Все-таки между нами разница 10 лет. И что? Главное чувство. А я тебя люблю. Тебе давно говорила, найди себе девушку по возрасту. Я нашел. Она молодая. Но я к ней ничего не испытываю.